Откройте приложение «Сбербанк Онлайн». Перейдите в меню «Платежи» и выберите «Перевод за рубеж». Далее выберите «По номеру телефона». Выберите страну и введите имя или номер телефона получателя. Далее выберите «Коммерческий банк Кыргызстан» и укажите сумму перевода и нажмите на кнопку «Продолжить». Проверьте данные получателя и нажмите «Перевести». Поздравляем! Перевод успешно отправлен.